Свой фильм прислал нам мастер. Звать его Ретро-капитан. Чего Ретро-капитан? Потому что до этого он занимался машинами. Он делал очень красивые машины, старые реставрировал. А потом переехал в Севастополь, вот, и теперь в Севастополе он занимается арт-бетоном. В данном случае фильм будет о драконе. О драконе. Как сделать дракона у себя во дворе. То есть вот есть такое мудрое животное. Ну, здесь оно агрессивное, может кто-то себе его сделает более добрым. Или там, ну, вот очень интересные эскизы. Здесь даже это модель, по которой можно себе сделать дракончика. И вот вы увидите фильм, как можно сделать дракона у себя во дворе. Вы много видели фильмов этого мастера. Он украшает свой двор, и его двор превратился уже в музей арт-бетона. Ну вот, смотрите, вот такие машины, они тоже произведения искусства, которые делает, именно реставрирует или делает этот мастер. Ну, это отдельный фильм, отдельный разговор. А это вот дача или там усадьба этого мастера. Вот так она выглядит. Здесь вот ящеры, дракончики, вот бордюры, которые он оформляет и делает со своего двора сказку. А это вот именно дракончик, который находится около беседки у него во дворе. И видите, он является как и охраной, и как арка, и, ну, несет свою определенную нагрузку. То есть этот мастер достаточно быстро работает с арт-бетоном, и как бы в этом есть, ну, свой шик, что он что захотел, он быстро для себя делает. Ну и уже, то есть как бы эта работа, оформление его дачи дает возможность ему уже принимать заказы. Вот видите, голова сделана была отдельно, а теперь ее приварили, прикрепили, и она сейчас подпорная, пока не наберет, ну, свою крепость. Ну, каркас ведь только подкинули, а голову сделали отдельно. То есть, на, будем говорить, специально есть место или там верстак, на котором можно сделать отдельную голову и прикрепить. Это тоже говорит о технологиях. Видите, гараж, видно машины. То есть, вот, вот есть что посмотреть, и теперь дракон будет охранять вход в гараж.
Есть дракоша.